тебе, когда захочется поговорить. Какой я радости, и не дай Бог мне, привык сюда уже звонить. Когда не сходится в жизни линии, мы остро чувствуем, что не одни. И из Челябинска, и из Сардинии я прилечу к тебе, ты позвони. Дружба это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай, это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. А наши женщины, эти красавицы, они упреками сидят с ума. Мушкетеров это не касается, нас консультировал старик Дюма. Что дружба это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай, это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Дай нам, Господи, наши друзья мои, без революции и без войны, в жизни нашей с горками и с ямами, друг другу были мы всегда верны. Дружба это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай, это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Дружба это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай, это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Спасибо.